Харьков, 11 июня. Ночью снова были слышны взрывы. Было взрывов несколько. Написали, потом попало один прилет в город, один где-то за городом. Но громко было, нереально. Сегодня заскочил в ВТБ. Многие в предыдущем ролике мне говорили, зайди в ВТБ, посмотри, там есть туалетная бумага. Заскочил, действительно, туалетная бумага оказалась. Видимо, все-таки в Еве сейчас проблемы с поставками. Ну, а в ВТБ полки наполовину полные, поэтому бумага есть. В городе жарко очень, лето настоящее. В городе также трудятся сейчас харьковчане. Сегодня у нас на улицах происходит ремонт дорожек. Это, конечно, молодцы наши коммунальные ребята. Сделают нам красоту, будем ходить, радоваться новым дорожкам. Ремонт дорог, конечно, в этом году, в принципе, капитального совсем нету. По весне немножко подлатали, но прошло уже месяц-полтора. Дороги уже опять разбитые. Участков, где можно проехать и порадоваться, сейчас очень мало. Надеемся, конечно, когда закончится война, пойдет у нас ремонт дорог полным ходом. Но когда это будет, пока никто не знает. В предыдущем ролике про мародеров как-то комментарии такие были не очень. Но нашлось пару человек, которые защищают этих ребят, которые дерут с людей три шкуры, лишь бы набить свой карман. Как вы считаете, правильно они делают или нет, пишите в комментариях. Но мое мнение, это, конечно, вообще беспредел. Как можно оббирать людей до последней нитки.